Вы видите, как гадко поступила Украина. Вот смотрите, мы здесь спасаем их людей и будем спасать. Люди-то ни в чем не виноваты. Они закрыли нам пролет. Ну, нам приходится минут 40-45 делать крюк, облетая их, для того, чтобы попасть в Турцию там, и дальше, в Египет и так далее и тому подобное. А так не будет проблем. Другие авиакомпании, турецкие, они напрямую, пока летают напрямую, хотя мы сейчас ведем диалог, раз Украина закрыла нам пролет, то мы с Украины не будем просто принимать самолеты. То есть надо создать равные условия для наших самолетов, Белавия. Если мы этим путем летим, то мы заставим и других летать этим путем к нам в Беларусь.